Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение второй части игры Воришка Боб Младший, как я его называю. У нас на обзоре четвертый уровень и дальше. Итак, получается, смотрите, что нам здесь нужно сделать. У нас впереди, вверху, какой-то наш друг. Друг или коллега, или кто он там связан. Нам нужно его освободить, ну и параллельно подзаработать, так скажем, деньжат, чтобы не просто так тут ходить. Давайте перережем провода, чтобы лазер отключился сверху. Оранжевый здесь был. И пойдем дальше. Так, дядя уже почти очнулся, нужно ему добавить немного. Так, кода у меня пока нет, да? Где его взять? А код у нас... Какой же он у нас? А, код на компьютере. Сейчас мы дойдем до компьютера. Да, вот нам об этом пишут, что... Почитай на компьютере, там будет код. 0580. Ого, сложно будет запомнить. Тем более, что я хотел сначала пойти еще вверх. Ай! Ай! Раз. Два, открыл. Так, а сверху там амбал. Так, а про этих амбалов что сказано? А, security guard. А, то есть он реально опасный парень. Лучше с ним не связываться. То есть, получается, если он тебя заметил, то только беги. Не думай даже бить или что-нибудь такое делать, да? Как вы помните, с первой части там, точнее, из первой серии, я попробовал это сделать. Но, в общем, ему было все по барабану. А, успел. Он потом поворачивается и такой, типа, ты чего меня бьешь? И все, ему проиграли, да? А... Так, 0580. Главное не забыть код. Никто меня пока не видит. Успею я к этому дяде. А, могу не успеть. Нет, лучше я подожду. Я так уже не раз обжигался, то есть... Спешил, в итоге все старания как бы на смарку. Так, вот он стоит. Все. И теперь можно спокойно ввести код 0580. Отлично, дверь открылась. А куда она ведет? Интересно. Наверх. А, вот на четвертый этаж, да? Так, можно код уже забывать, а то я его до сих пор в голове держу. 0580. Это вот вниз, тут всего лишь денежки. Так, это теперь мы вверх идем. Там камера, да? Получается, вот здесь сверху тоже куча денежек. И вот здесь. А, стоп. А, это, наверное, на том дельтаплане нам нужно будет улетать отсюда, да? Так, там камера, нужно ее... переждать, потому что еще денежки нужно собрать. Вот я под ней стану, чтобы она меня не успела увидеть. Опа, краешком она меня засекла. В чем дело? А вот наш друг в заточении. Отлично, теперь типа находи выход, да, и быстрее бежать, пока камера меня не увидела. Оп, сейчас опять меня увидела. Поэтому лучше я стану в тень. Пройду дальше. Все отлично. Здесь, по-моему, ничего нас больше не должно задержать. Все. Уровень 4 пройден. Смотрим. 510 монет. 4 сирены. И это 5 звезд. Супер. Пока иду без потерь. А, и переходим к пятому уровню. Итак, где это мы? Канализации. Ладно. Тут куча везде замков. Это простые, они легко открываются. Вот еще один. Проблем никаких. А, внизу... Ой. В общем, я испугался так же, как и у меня. Это, наверное, душевые кабинки какие-то. Да, вот раздевалка. Чего себе там денег хранят? Это тебе дядя еще за то, что ты меня испугал.
пройдет, а он там почему-то задержался. Старенький, наверное, уже. Медленно ходит. Тут куча народу спит, я не знаю, что это такое вообще. Или какая-то академия, или этот пожарная станция. В общем, непонятно, что это. Куча везде охраны. А тот дядя, наверное, тут вообще работник этой... Как его сказать? Душевой там. Полицейский, а там вот он один такой седой в парике. Так, ладно, нам получается нужно добавить его милиционеру, иначе пока я буду ждать, там видите сверху камера. А мне нужно как-то проскочить. Вот. Чтобы меня не заметили. Опа, отлично. Так, теперь... О, еще секунду, и меня засекла камера. Здесь, наверное, типа ускорение, нужно брать бустер. Но я пока бустеры не использую, пока... Ай! Хотел добавить ему. О, тут пароль тоже. Ха, классный пароль 4.0, вы это видели? Оранжевый провод перерезаем. Я, правда, не понял, откуда он там, если честно. Нужно добавить милиционеру, а то он уже вот почти очнулся. А там сверху собака. Так, вот я так успел все сделать. Собака. А, тут пароль напротив нее, а я думаю, что я не могу пройти. Все, отлично, добавляю еще собаки. Так, а здесь нам, я даже не знаю, провод нужно перерезать для того, чтобы остановить этот вентилятор, да? И золотой замок поддался без проблем. Что здесь? Что, денежек? Я уже 600 денег собрал на этом этаже. Так, получай. А здесь кто-то уже, видно, искал что-то там, но не смог выжить. 120 долларов с него мы взяли. А вот здесь уже кто-то сделал какой-то подкоп в системе вентиляции, видите? Там плакатом заклеено все, но мы можем пройти. И что здесь у нас такое, я не пойму. О, типа нашел какой-то подарок. Я думал, мы спасаем человека того, который там сидит прикованный. Оказывается, мы не его спасали, мы его воровали. Не совсем понятно. Раз так надо, значит надо. Получай. А то вдруг он повернется, а я здесь. Так, и собака. И собака, и собака. Нужно с ней поаккуратней. Вот сейчас мы долго в лифте едем, поэтому нужно поспешить к собаке. Блин. Плохо, что мы там сверху не смогли выйти. Нам нужно теперь, в общем, самый низ проходить. Это очень долго. Получай, получай. Опа. Ай, там же снизу еще будет полицейский. Чуть я не попал. А теперь камера светит. Тяжело будет как-то так разобраться, чтобы проскочить. Ладно, подожду. Ну, в общем, сейчас или никогда. О, успел, хорошо. Этот до сих пор спит, поэтому я без проблем должен покинуть это здание. Даже не знаю, что это за здание. Отлично. Смотрите-ка. 730 долларов. Все сирены целые. 5 звезд получено опять. Так, у меня уже куча денег, да? А, это когда мы пройдем все. Надо что-то... Какие-то бустеры использовать. Шокер это, наверное... А, это для вот этих вот... крутых стражников. Я понял. Давайте его попробуем использовать. Даже несколько штук возьму, вот так, на всякий случай.
получается, на букве Z он у меня будет. Хорошо. Идем к шестому уровню там. А, смотрите, там полицейские машины стоят. Это реально, наверное, будет у нас полицейский участок. Там куча всех, наверное, будет. Вон амбал тоже есть. Хорошо, что я взял вот этот шокер. Получается, сюда мы через крышу заходим. И сразу вот здесь уже камеры. Ой, только чего я сюда пошел? А там этот полицейский амбал вот этот. И дверь какая-то. А, вот. А видите, не добавляет. Только если я вот с помощью этой, ну вот этого электрошокера. Блин. Да что ж такое, когда не нужно, точнее, когда нужно, не попадаю. Так, открыл дверь, куда я иду? Где я? А, вот сверху. В общем, там куча денег у меня, да? Вот он уже почти оклыгал. Срочно, камера, отъедь, отъедь, это сейчас мне будет больно. Фух, успел. Успел, реально успел. 0 секунды, и он бы меня заметил. Я думаю, он бы не понял прикола, что я его электрошоком бабахнул. Так, а куда этот лифт едет, чтоб я потом не попал, когда буду из него выходить? Фух, никого нет, хорошо. А это я теперь наверх типа иду, или нет? Ладно, разберемся. Мне просто интересно, куда это я иду. Оп, хорошо. Быстрее давай. Закрыто. Блин, там закрыто, реально закрыто. Я думал, что я туда пройду. Это было бы слишком просто, да? Поэтому придется идти через этих вот двоих. Нужно было сразу идти, теперь долго ждать. Да, уровни уже посложнее, теперь тут попробую в них еще разобраться. Там флаг висит, он, значит, это какой-то там. А, ну да, это кабинет начальника полицейского управления, скорее всего. Как же долго все это делается. Так, я ничего не знаю, я тут ни при чем. Ждем, пока он будет идти обратно. Надеюсь, этот старик не клыгается, пока тот будет идти. Было победно. Нет, не клыгался, это хорошо. Теперь можно спокойно вот так вот их. И того, и того. Так, ну куда мне дальше идти, я вот не знаю. Ой, куда это я, куда? Нет, мне нужно было не сюда, мне сначала с ними нужно разобраться. Я случайно нажал, я хотел деньги собрать. Нужно им еще добавить. Чтоб я успел теперь сходить вниз. Здесь у нас получается туалет. А это куда? Я просто не знаю, куда это. Дверь. А, там же еще там в сторону уже двери есть. А, я не могу пройти, получается. А почему я не могу туда пройти? И сюда пройти не могу, прикольно. Значит, где-то что-то заблокировано. Все-таки придется на лифте вниз ехать. Так, там камера. И собака. Камера то еще полбеды, вот собака это, конечно. Ну. Отлично. Так. Теперь нужно быстренько здесь все поочищать. Получай, собака. И в тень стать успеть. Вот, успел. На последней секунде. Ой. Не успел. Блин, такой замок простой. А я его не успел открыть. Вот. И обратно в тень. Блин, там сейчас собака очнется. Нужно было быстрее немного. Так, а, вот компьютеры какие-то, нет. Я по-любому бы не успел, потому что мне наверх нужно. Скорее всего, здесь в компьютерах какой-то прикол. Вот, пароль. 2050. А откуда это пароль? А вот камера.
Как мне быть здесь? В общем, я не знаю даже. Одна дверь, вторая. А, это чтобы наверх пойти. Я все понял, почему та дверь не открывалась. Точнее, я не спускался в ту дверь, когда вниз шел. Потому что там замок висит. Ай! Блин. Быстро хотел сделать, не получилось. Пока камера не видит меня. О! Са. Я чуть опять не попался. Получается, денежки лежали и все. Теперь так же самое нужно будет сделать со вторым замком вот этим на двери. Чтоб вверх пойти. Я уже код забыл. 02050, по-моему, да? Куда его вводить? Оп. Да, вот теперь я здесь сверху. Куда вводить код? Стоп, какие-то ж... Должны быть двери, я оттуда пришел. Может, нужно было... А, вон там, возле того кабинета, код стоит в тени, я просто его не видел. Все, понял. Вот для чего мне туда нужно было. Теперь я разобрался. Просто почему-то сразу я это не заметил. Главное не забыть код. 2050. Фух, успел. А иначе было бы обидно всю карту почти пройти и попасться из-за того, что поспешил на секунду. Опа, хорошо. Отдохни. Камера сейчас отъедет. Я спокойно веду код. Так, 2050. Плохо, что когда вводишь код, то видите, нет, не останавливается время. Так, добавлю полицейскому, чтобы потом его не ждать. И смотрим, зачем я сюда пожаловал. Нам сейчас покажут или нет? В общем, нам ничего не показали. Классно. Обидно. Хотел бы узнать, что там все-таки. Ради чего мы сюда лезли? Чай. Так, лифт это наверх, мне туда не нужно. Опа, класс, все складывает. Отлично, видите, никого не жду. Еще дедушка это сейчас к нам спиной стоит. О, well done, отлично. Еще на результат. $735, ни одной сирены. И все звездочки. На 6 уровне. И я испробовал этот, помните, этот электрошокер один. То есть знаю теперь, как он работает. В общем, все просто замечательно. А, ну что ж, друзья, на сегодня наш такой коротенький обзор завершен. Очередные 3 уровня я прошел на 5 звезд. А, надеюсь, вам понравилось. А, постараюсь скорее записать следующие уровни. Если вам нравится эта игра, то поддерживайте это видео с лайками, пишите комментарии. Не забывайте делиться с друзьями, а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.